Друзья, всем привет! С вами Геленджик Лайф, и сегодня у нас 13 декабря 2018 года. Находимся мы на улице Маячной, а точнее рядом со входом в пансионат «Кавказ». Вот стоит Ленин у входа в пансионат «Кавказ». У «Кавказ» зарекомендовано как бы 3 звезды. Вот. Ну, не знаю. Я там не отдыхала, поэтому конкретно сказать не могу, каково оно там в пансионате «Кавказ». Сюда приезжают дети отдыхать в лагеря в летние. Вот. И посмотрите, какое впереди меня ждет море. Сегодня там закат, и поэтому вдалеке набережная как будто горит прям в огне. А мы сейчас спустимся и посмотрим, как выглядит сегодня у нас море. Вообще неоспоримый плюс, конечно, жизни на море – это то, что в любое время дня и ночи вы можете спуститься вниз и насладиться прекрасным морским воздухом, морскими видами, да и вообще просто немножко соединиться как бы с природой, ощущая на себе морские брызги. Это очень здорово, и поэтому район пансионатов различных мне очень нравится, потому что здесь благоустроенная набережная, она красивая, и действительно неважно, если летом очень сильно хочется искупаться, можно либо здесь искупаться, либо куда-то, допустим, съездить, но зато в остальное время года вы можете спокойно спускаться к морю и вот так вот наслаждаться. Смотрите, какие старые у нас тут пицунские сосенки стоят на страже тенечка для отдыхающих. Почему мне нравится улица Маячная именно здесь? Мы в основном ходим гулять, потому что на улице Горной меньше деревьев, и она более открыта от солнышка. Не спрятана никакими деревьями, поэтому она более открытая, и солнце там светит очень ярко. Ну а здесь есть тенечек. Смотрите, какое яркое солнышко. Аж глаза слепит. Пойдемте посмотрим на эту потрясающую красоту. Вадюша у меня заболел. Ну, как обычно, ноябрь и декабрь в Геленджике — это сезон, конечно же, именно таких вот всяких болячек, вирусных, простудных. И очень часто в это время года детки болеют. Ну, мы тоже не исключение. В Геленджике мы, конечно, меньше болеем, чем в Ярославле. Но это еще, конечно, обусловлено тем, что сейчас все равно ребенок стал старше, и поэтому иммунитет у него укрепляется. Такое вот оно море в декабре месяце. Посмотрите, народу не так много, но я пришла именно насладиться солнышком. На закате. Минутка релакса. Маячник со своей верной собачкой стоит и встречает заходящие в бухту корабли. У нас тут несколько дней назад был сильный шторм. К сожалению, шторм я не застала, но я знаю, что этот шторм прибил корабль к берегам Кабардинки, и он там сел на мель. То есть вот такие вот сильные волны были. Можете забить в поисковике, посмотреть. Ну, а мы видели вчера с Мишей вечером, что
один из буйков, который показывает входы в бухты, был тоже морем, по-моему, оттащен, потому что красный огонек мигал совершенно в другом месте. Совершенно не чувствуется новогоднего настроения, зато чувствуется просто такое спокойствие и наслаждение шумом моря. Старый маяк створный. Такой вот он. Ну, на самом деле, я иду сейчас в аптеку, но просто решила немножко спуститься к морю. И потом вам захотелось реально поделиться такой вот красотой, которая сейчас наблюдается в городе Геленджике. И хочется всем ее показывать, показывать и показывать. Так что наслаждайтесь, друзья, в своих снежных регионах теплом солнечной набережной. Смотрите, как красиво играет солнышко в веточках пицунских сосен. Итак, покажу вам, как после шторма тут наприносило всякого мусора. Если честно, очень много. То есть шторм был сильный. Представляете, сюда какие бревна набросало. Сейчас я тут аккуратненько спущусь, чтобы... Ой, перелезу. Так, все. Вот видите, здесь еще пока не убрали. Но вообще это береговая линия для тех, кто живет, в, например, в Гоголе, в Ривьере, в Реале. Вот это пляж, как бы самый ближайший открытый к этим, ну как бы к этим домам, вот, к ЖК. Мы сюда купаться ходили, но обычно здесь купаем собаку, потому что здесь очень мелко. Но в целом, зато здесь можно прийти вот так вот отдохнуть, можно с шашлычками прийти, шашлычков пожарить. Море здесь все равно красивое. Мы здесь часто гуляем. Ребенок любит бросать камушки, наслаждаемся, можно сказать, просто морем. Дышим свежим воздухом морским. Потом это все уберут, потому что в Геленджике, в принципе, убирают обычно даже береговую линию, которая находится далеко от центра. Здесь вот у нас уточки тоже плавают. Семья уточек тут живет. Море. Ну, а у Вадюшки у нас горло и температура, поэтому он сидит дома. А я пошла ему в аптеку за ингалиптом, чтобы попрыскать в горлышко. Вот такая красота здесь. Уточки. Знаете, когда вот так вот гуляешь и наслаждаешься такой погодой, даже не хочется ничего говорить. Можно сказать, что это влог у меня даже не болтовлог, а просто влог с релаксацией на море. Чтобы посидеть, посмотреть сегодня море. Действительно очень красивая. Ну а на этом сегодняшний влог мой подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наше новое видео. Не забывайте заходить на наш новый канал, который называется Good Dog. Ссылка в описании.
или в первом комментарии под этим видео. Посмотрите очень интересные ролики от лица домашних животных Шани и Юты в главных ролях. Так что заходите к нам на этот новый канал, подписывайтесь. Нам нужно набрать определенное количество подписчиков. Если вам не сложно, просим нажать просто, чтобы вы подписались и иногда заходили, просматривали видосики. Вам не сложно, нам приятно. Это будет, наверное, самое лучшее то, что вы можете сделать, чтобы отплатить нам за нашу работу, которую мы для вас делаем и стараемся снимать ролики. Ну, всем пока, привет из Геленджика, хорошего настроения и хорошей погоды в ваших городах.